Всем привет, ребят! Сегодня я научилась пользоваться самолетом Bricks of Roads. Думаю, вы знаете эту игру. Сейчас, ребят, я вот так вот сейчас сделаю. Итак, ребят, смотрите. Вот у нас игра, да? Ой, ребята, что-то у меня тут не получается. Ребят, ладно, я сюда поставлю сейчас подушку. Ребят, и будем вот так вот мы снимать. В общем, ребят, смотрите. Вот тут у нас, конечно, мы берем мышечкой, включаем сначала все вот эти приборы, и из-за этого крутятся винты. Видите? Дальше нажимаем вот видите, тут написано up. Нажимайте. Эти штуки поднимаются вверх. Дальше нажимайте вот эту кнопочку. И видите, мы потихонечку взлетаем. Ребята, что-то у меня тут не пошло не так. Сейчас мы еще раз, ребят, сделаем то же. Хорошо, что я, ребят, такой крутой. Пацан. Ха-ха. Видите, ребят? Воу. И он взлетает. Вот у нас. Можно сделать это. О, ребят, и смотрите. И он у нас взлетает. Все, ребят. Ребят, всегда подписывайтесь на канал. Кстати, ребят, буква Z управляет хвостом. И тут еще можно вот так поворачивать. И тогда самолет развернется. И полетит в другую сторону. Вот сейчас покажу пример. Ну-ка, ну-ка. Вот видите? Вот у нас сама и карта. Вот так, ребят. Тут у нас нет взлетной полосы. Так что, ребят, давайте так вот, смотрите. А, ребят, я забыл еще нажать вот эту кнопочку. Air – это воздух по-другому. Вот, ребят, давайте сделаем вот такую крутую петлю. Ха-ха-ха. Так, ребят, а теперь надо потихонечку приземляться. Итак, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кстати, еще открывается задняя дверка. Сюда же можно еще в заднюю дверь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И, ребята. Все, ребят, тихо. Теперь мы сейчас будем вот так вот делать. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребят. И, соответственно, мы прям над землей. Вот, ребят, мы прям над землей. Ребят, давайте сейчас мы выключим. Ой, ребят. Блин, ребят, я. Во, приземляемся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас, блин. Воу. Что-то я тут немножко натворил. Все, ребят, сейчас мы вот так приземлимся. Все, ребят, и, конечно, ой, выключаем все приборы и потихонечку приземляемся. Ребят, все. Даун, ребят, все. И самолет, можно сказать, у нас припарковался. И, кстати, ребята, если вы нажмете на английскую букву K, вот видите, вот эта вот буковка. Сейчас покажу. Нажмете на буковку K. Вот она. Нажмете.
Ребят, ой, подождите. Вот видите буковку К? Если вы на нее нажмете, то у вас может все переместиться в кабине. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Если кто не умеет управлять самолетом в Rigs of Roads 2000 с чем-то года, смотрите это видео и делайте примерно то же самое. Ребят, как я уже вам сказал, буковка Z управляет хвостом. Видите? А буковка X, вот эта, тоже управляет хвостом. Буковка X вправо, а буква Z влево. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. До свидули.